пробную. Я, правда, еще, во-первых, к рыбалке совершенно не подготовился. Вообще, в целом, я не рыбак ни разу, но главное, что рыба клевала, это очень хороший знак. А это значит, что ловить ее на вторичной снасти можно. Я еще, правда, пару раз нырнул в воду ногами, потому что очень скользко, а обувка кожаная хорошо очень скользит. Из-за чего, собственно, рыбалка и довольно быстро с ним на озеро вдвоем на рыбалку. Мы вынуждены рассчитывать на рыбу, которая соблазнится такой, по нашим меркам, достаточно грубой снасти. Показал он мне, как забрасывается донка на хищную рыбу. Не домотал. Касательно ловушек, вершей, он советует мне не напрягаться, не заморачиваться, потому что одна ничего не даст, их нужно очень много. Я просто, у меня нет времени на то, чтобы сделать там, скажем, десяток вершей, сплести. Я считаю, что вытаскивать донку смысла нет. Лучше ее оставить, а не вытащить. Народ много. Паш, а как ты планируешь жерлицы оставлять? Думаешь, тоже потащит? Ну, тут я знаю, как делали в древности. За того, кто залезает в чужую сеть, да даже и сейчас. В этой сети и топят. Но вот это я не знаю, что тебе скажет российское законодательство по этому поводу.
ну что поделаешь. Жизнь такая тяжелая. Также мы сходили, попробовали поставить сеть. Привязывай кусок сюда. Кусок, да, прям? Или мы ее продевать будем? Ну, продевать будем, конечно. Ну, то есть определенный запас нужно будет сделать. Мне кажется, что этот затон имеет там для меня, во всяком случае, довольно большое будущее, хотя непонятно, что с ним будет зимой для меня сейчас, там, как он замерзнет, и что-то, и будет ли там что-то или не будет. Но я думаю, что я в ближайшее время схожу туда еще раз на рыбалку с удочкой обычной, попробую там рыбу половить, постоять и посмотрим, что из этого получится. Черепки нужно пронести, Паш, чуть дальше, а дальше сетку мы как бы с тобой наклоняем, понимаешь? Наклоняем, да, как бы кладем, да, и привязываем таким образом. На эту заводь с удочкой поплавковой обычной, только более нормальной, из орешника, и поплавок делал из пера. В общем, я поймал там двух небольших совсем плотвичек, которых в тот же день сварил в супе, который получился весьма неплохим.